Как обычно, блин. В путь в Воронеж на Блаблакар. Так, посидим на дорожку. А, все, давай. Давай. Я напишу. У меня с утра такая история. Я еще, когда была в Геленджике, заказала Блаблакар, чтобы сегодня уехать. И в итоге получается, что утром мне позвонил чувак, все было нормально, но потом написал смс-ку, что все отменяется, потому что он сломался и ждет эвакуатор. Пришлось быстро-быстро, очень быстро искать кого-то другого, нашла. В итоге вот сейчас еду, надеюсь, он не сломается и все будет окей. Потому что у меня всегда так хочется быстро, вот быстро, не получается, блин. Сейчас меня ждет такси, и я быстро на такси доезжаю до автовокзала, здесь у нас в Ступино, и там буду ждать уже Блаблакарщика. У меня сумка с ноутбуком даже не застегивается. Снова здрасте. Здрасте. А я не знаю, если можно так туда положить, я положу в салон, можно, да, можно, чтобы потом быстрее забрать. Ну все, я на месте. Приехала. Здесь меня вот возле автовокзала Ступинского должны забрать. Вот иду куда-нибудь перейти дорогу, чтобы удобно было Блаблакарщику забрать меня. В общем, позвонила, сказал, что 15 минут и уже меня заберут. Не знаю, я почему-то волнуюсь. Непонятно. Раньше я так не волновалась. Наверное, подкосило меня то, что сегодня отказался вот этот паренек. Да, кстати, пользователь и подписчик мой Татен Татенович, у которого ник, добавься в Google+, потому что я не могу отвечать на твои комментарии. Ты мне очень часто пишешь, но я ни на один твой комментарий не могу почему-то ответить. Я пишу все, но отправить его тебе не могу. Все, за мной заехали, сейчас меня заберут. Они сделают кружок. Проехали не оттуда, выехали, а на съезде с М4 прям съехали. Немножко не так, как надо было, ну да ладно, в общем. Ну он еще дальше, 3 минуты туда показывает еще езды. Это хорошо, что вы крикнули. Later. Не поверите, еду сейчас с Блаблакарщиком. Он сам родом из Макеевки, уже там недалеко от Донецка. Короче, земляк, можно так сказать. Узнал меня по говору, спросил просто, ты родом случайно не с Донбасса? И я говорю, ну да. Он, а я слышу, что говор родной. Tomorrow. Я уже в Воронеже и в новой квартире, как вы можете заметить, у нас еще здесь стол стоит, который нужно собрать, машинку, которую нужно установить. Однокомнатная квартира, потому что, кто помнит, мы снимали до этого двушку, и это и по деньгам накладно, и в принципе она-то нам и не нужна, двушка. Такая кухня небольшая. В принципе, я люблю минимализм, поэтому всякие полочки, шкафчики, это, конечно, все хорошо, но по минимуму. Пока здесь ничего нет из полочек и шкафчиков. Хозяева обещали, но не знаю, насколько это будет выполнено. Пока лично меня все устраивает. Здесь я перебрала посуду уже, которую мы будем пользоваться. Я немножко прибралась, потому что заехали мы вчера буквально. В принципе, квартира чистая, все было хорошо, на удивление. Сколько квартир я поменяла. Здесь видно, что был недавний косметический ремонт. Более-менее здесь все чисто так убрано. Но я все равно, понятное дело, по-своему уже как-то убрала, разложила все вещи. Здесь, правда, такой старый балкон, как и на той квартире, на прошлой у нас.
Окна пластиковые. Самое главное, что здесь стоят на окнах москитные сетки, потому что без них это, конечно, жесть. А сейчас я собираюсь в Уютеру сходить, потому что есть какие-то расходные материалы, которые нам очень нужны. Еще на старую квартиру пойти забрать остатки роскоши, там всякие крупы, одеяло. Видно, что более-менее со вкусом было подобрано, сделано, что люди отнеслись именно к сдачи квартиры с каким-то трепетом, да. Пусть это не размах на широкую ногу, да, но люди постарались что-либо сделать. Потому что в прошлых квартирах у нас никто не старался что-то сделать. Даже когда ты заезжаешь в их жилье, которое они сдают, и говоришь там, где-то что-то поломано, где-то что-то тебя не устраивает в плане там мебель какая-то не нужна, там стол, допустим, не нужен, да, у нас есть свой, либо наоборот. Как-то относятся к этому так, типа, что вы еще хотите от нас, блин? Ну, здесь как-то более-менее. Конечно, все поначалу хозяева такие хорошенькие, все такие прям, а потом такое выясняется. У нас просто один хозяин был, который просто приходил к нам в туалет сходить, помыться, потому что он нам сдавал свою квартиру, а жил на даче даже зимой. И, соответственно, там холодно, помыться он никак не может. Короче, это капец какой-то. И хозяйка вот прошлой квартиры могла просто без предупреждения, без спроса, да, прийти, своим ключом открыть дверь, зайти, что-то там ходить, причем обутой. Это, короче, капец. Она один раз меня напугала, когда я в ванной была. Хорошо, что я еще закрылась, потому что я была одна дома и могла бы просто не закрываться, правильно? Никто не зайдет, посторонних нет. Но я почему-то вот по инерции закрылась. И благо, что я это сделала, потому что я принимала ванну, а она заперлась. Она именно выдирала дверь просто с петель, срывала их, потому что закрытая дверь, как это так, что случилось, как что, почему, блин. Оказалось, я там, я вышла, я просто, ну, выговор сделала этой женщине, потому что так не делается. И если меня смотрят какие-нибудь люди, которые сдают жилье, не делайте так, не делайте. Вы, когда сдали жилье, вы не можете заходить, приходить, когда хотите, потому что там живут чужие люди. Соответственно, вы заведомо должны позвонить, уведомить. Tomorrow. Только что читала комментарии к видео, там, где я сгорела. Да, у меня просил, кстати, молодой человек передать ему привет. Зовут его Искандер Старков. Привет тебе! Я здесь монтирую видео, ну, по крайней мере, собираюсь. Да, я вчера, кстати, сходила в Уютеру, купила вот такой вот пледик. Я не стала почему-то показывать, потому что это все такое из разряда посуда, ведро, всякие какие-нибудь расходные материалы, швабра. В принципе, я думаю, это не так интересно, короче, кому-либо. В принципе, вчера я ходила целенаправленно за постельным новым, потому что, короче, постельное, которое сейчас надето, оно мне не нравится. Довольно-таки старое, выстиранное, потускневшее. Купила все, кроме постельного. Хотела еще полотенце обновить, но что-то в Уютере вообще бешеные цены. Маленькие полотешки, которые походят на кухонные, стоят что-то из разряда там от 300 и выше. Я купила в фикс-прайсе что-то за 100 рублей два полотенца, вот эти вафельные они называются, которые и влагу впитывают хорошо, так как я вчера не купила постельное, причем там 5000, 8000 в Уютере. Карусель, в наш торговый центр съезжу сегодня. И хочу там посмотреть какое-нибудь недорогое постельное белье. Купить продукты нужно, приготовить, покушать. Короче, планы на сегодня такие. Хотела купить, кстати, новую камеру, тоже Legria Mini, как у меня это, чтобы с отворотным экраном. В общем, чтобы она работала. Ну, не знаю, меня как-то переубедили допользовать уже эту до конца. Может быть, я как-то и приловчусь на нее снимать. Таким образом, не знаю, просто это не очень удобно, поэтому я, короче, как-то немножко парюсь из-за этого, но походу не стоит. В общем, что-нибудь придумаю.